как всегда, провели личный прием, много вопросов, касающихся жилищно-коммунального хозяйства, в том числе и состояния городских коммунальных сетей, состояние дорог, личное здоровье и возможность получения финансовой помощи на лечение людей. Бытовые проблемы, все взято под контроль, и департаменты будут держать прямую связь со всеми заявителями. И сделаем так, чтобы каждое обращение, которое сегодня было озвучено здесь, не осталось без внимания. 6000 населения, да, поселки Коротыч. Но есть проблемы. Амбулатория 10 лет. Строится. Люди надеются. По амбулатории, смотрите, смотрим, что можно сделать, и передадим эти наработки селищному голове для того, чтобы он включил это в бюджет, ну и в план развития территории. Если не будет хватать на ремонты, то из перевыполнения бюджета нужно будет изыскивать возможности и добавлять из областного. Вопросы у меня, передо мной уже озвучивали, капитальная дорога, конечно, Дергачи-Казачья-Лопань, очень нуждается, очень требует ремонта. По Казачьей-Лопани отдельная история. Мы в этом году уделили внимание, и мы сделаем все для того, чтобы как можно больше финансирования направить на ремонт этой дороги. Уже заложено в планах, уже объявлены тендерные процедуры. Как только благоприятные будут условия погоды, Укравтодор приступит к ремонту этого направления. Если не будет финансирование обеспечено из государственного бюджета, будем искать возможности областного. Очень много людей обращается по этому направлению, очень много жалоб. Состояние дороги ужасное, и я это понимаю прекрасно. Если бы ее до этого как-то поддерживали, было бы меньше объема работ. Но есть как есть, поэтому будем брать вопрос в отработку. Как только у нас все будет готово, подготовительная работа, все будут готовы, сразу начнем ремонтировать. Я из пригорода, поселок Коротыч. Меня интересуют главные два вопроса. Это медамбулатория в таком плачевном состоянии и состояние перевозчика очень неудовлетворительное. Вот. Пообещали разобраться с этим вопросом и сообщить. Очень такое впечатление хорошее на меня произвело, очень отзывчивое. Очень доброжелательно, очень, так сказать, внимательно все. Я ничего не могу сказать, я только поражен таким общением и отношением, скажем, к простому человеку, который даже так, честно говоря, не думал, что я попаду сегодня сюда на прием.